левой, которая раскрывается в результате того, что человек приумножает Тори в заповедях, и левой, которая раскрывается просто из пространства клипот. Это разница по сути между ними. Одно приходит как хисарон, который приближает к Творцу, а то приходит от просто хисарона. Как можно различить между ними, между тем, что приближает и что отдаляет? На практике можно сказать, что тот человек стремится к слиянию или нет. Хочет ли он восполнить этот хисарон тем, что приближается к Творцу, или тем, что вообще не чувствует между ними связи, между хисароном и своим действием. То есть, если чувствуем униженность и чувствует желание продолжать идти вперед, это верно. Да. Между тем, что он просто чувствует свою низменность. Да. Спасибо.